Наступающий 2018 год – год желтой собаки. И Хитсад подготовил реалистичных фигур собак – догов, шарпеев, овчарок и доберманов. Покраска в натуральной, а также в желтой и золотой расцветке. Скульптуры собак на террасе, балконе или в доме станут символом года. Изготовлены они из влагостойкого композитного материала, подходят для размещения на улице. Новогодняя коллекция пополнена фигурами Деда Мороза, Снегурочки и Снеговиков. Встречайте Новый год вместе с hitsad.ru.